Кражи зеркал заднего вида автомобилей раскрыли сотрудники уголовного розыска в юго-западном районе Чебоксар. Всего пострадало 18 автомашин. По предварительным данным, сумма ущерба составила несколько сотен тысяч рублей. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Чувашии. Они боялись, что сигнализация заработает, задержат вас, услышат хозяева. Столько выпили, что уже ничего не боялись. Пьяная храбрость молодых людей теперь обойдется ремонтом для автовладельцев. На минувшей неделе в полицию обратилось 18 человек, у которых в ночное время были похищены или повреждены зеркала заднего вида. В основном пострадали владельцы иномарок, проживающих по улице энтузиастов и Грасиса. Напился? Когда? 12 часа ночи. Так. И пошел, видимо, голова неспокойно стала. И потом это все сюда привез тоже. Где доставали? Каким образом происходило? Слом. Как это происходило? Вырывание зеркал. Сразу после первых сообщений были ориентированы наряды полиции, тщательно проверены места преступлений. В кратчайшие сроки злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 5 УМВД России по городу Чебоксары. Ими оказались двое чебоксарцев в возрасте 21 и 22 лет. Нашлись также и похищенные автодетали, которые хранились в гараже. Данные молодые люди были задержаны, в настоящее время находятся под домашним арестом. Все похищенное имущество было у них изъято. Данные молодые лица пояснили, что собирались разукомплектовать похищенные зеркала заднего вида и продать на запчасти. Молодые люди в поле зрения правоохранителей попали впервые. В настоящее время по факту краж возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.